Всем привет! Как помните, в прошлом ролике мы посещали международный конкурс «Мастера золотые руки», и Яну на этом мероприятии не повезло, он повредил руку. После чего он уже не мог выполнять функцию угонщика. И мы решили проверить, насколько хорошо выполняют роль участники соревнований. В итоге эту проверку на себя взяла наша ведущая Катя, и здесь не обошлось без жертв. Пока наши участники соревнуются друг с другом в мастерстве, я подготовила для них собственное испытание. Ведь какими золотыми не были бы руки, что толку, если мужчина не готов эту руку протянуть? Особенно девушки, оказавшиеся в затруднительном положении. Вы же все мастера, да, здесь? Ну, короче, захлопнула. Пойдем поможем, я просто знаю, как это делается. Если оборудование дам, все закроем просто. Надо ее открыть. Бросила вот сюда вот. Ну не бросила, я положила его возле коробки. А он плюс лежит. Да, и пипец, и все. И ушла, и пошла за сумкой. Мужчина, можете помочь, пожалуйста? Можешь помочь? Смотри, какая ситуация. У меня просто рука повреждена. У него машина закрылась. Я в тачке оставила ключи. И ключи там все закрылось. Помочь открыть. Я просто у меня оборудование есть, как открывать. Пойдем прогуляемся. Где какая? Во! А. Вообще сейчас в руках нет ничего от нее, да? Вон, она оставила, тупая курица. Ключ, видишь, он лежит? Вон, посередине. Мазовки. Вижу. Да, вон ключ лежит. Матрёшки, дверь захлопнулась, да. Да откроем, да откроем, блин. Вот машина. Да ладно, сейчас пивка попьем, блин. Видите, смотри, ключ я мне положила, вот и вышла, вон он. Смотри. Ключ. Здесь вставляем. Здесь вон ключ лежит, где переключение. Здесь надо будет вот эту штучку вот сюда вот поставить, да? То есть когда поставишь, здесь вставляешь просто. А здесь берешь просто, начинаешь прочес и потихонечку начинаешь не сильно нажимать. Девочки, когда, хотите лишь когда открыть? Несколько раз. Можете даже поранить нажимаешь ее там, я потом отремонтирую. По часовой стрелке открывается. И прочес как бы вперед-назад, сам прочесик вот этот, который пины. Просто делаю туда-сюда, туда-сюда. Вот это под нагрузкой должна быть, смотри, чуть-чуть, вот так вот. Чуть-чуть слегонца. И самое главное, вот это вот просто вперед-назад делаешь движение просто. Да мы сейчас, блин, закрылись ключи, короче, машину надо открыть. У меня рука повреждена, поэтому не могу я. Прочесом туда-сюда небольшие движения просто, да. И он пины начинает раздвигать, и она в один момент щелк и откроется. Так, сейчас я подойду. А как же? Здесь смотри, здесь да хрен его знает. Здесь просто втыкаешь туда, вот втыкаешь. По часовой стрелке открывается. Шпилькой для волос, значит, пробовал, но это... Алло, мам! Мам, представляешь, да, у меня машина закрылась, мне сейчас мужчина помогает. Одной рукой держишь одну, другой другую. Мне просто левой рукой не удержать. Аккуратненько вот эту, да, прочес туда-сюда двигаешь. Сейчас пины совпадут. Не получится так, чтобы чужую башню сейчас скрывать? Не-не-не, там документы в подлокотнике у меня лежат. А нас посадят за это? Да никто не посадит. Сейчас, подожди секунду. Алло. Сейчас, одну секунду. Лех, сейчас подойду. И вот это, по часовой стрелке она открывается. Вставляешь ее с другой стороны надо вставлять ее. Пуску надо будет слегонца дать. Слегонца. Подождите, пожалуйста, у нас тут проблема реальная. Вот. И уже начинаешь левой рукой прочесывать, а это чуть нагрузку даешь. Чуть-чуть, нет, вот это болтать не надо, просто слегонца нагрузку. И вот так, ших-ших-ших-ших-ших. Просто это буквально минуту полторы, и он там пины, когда раздвинутся. Просто нагрузку надо давать правой рукой слегонца. А этим просто начинаешь туда-сюда их гонять. Они когда на месте совпадут, да, они сразу это самое. У тебя правая рука прям провернет сама его, и он откроет. Сейчас пока делаю, сейчас я выдышку возьму. Нужно просто-напросто брать пины и ее прокачивать. Причем это, знаешь, такие движения туда-сюда. Туда. И самое главное, слегонца давать нагрузку. Вот даешь нагрузку слегонца, и главное, пины, когда встанут на место, он приоткроется. Здесь легкие-легкие должны быть движения. Кать, спроси, там ВД-шка, может, у кого-нибудь есть. ВД-шку возьми. На, попшикать просто в этот самый. Туда-сюда слегонца. Сейчас я подойду, ВД-шку принесу. Да, вот так, все. И вот этим прочесом туда-сюда. Вот, здесь вот это даешь нагрузку, вот слегонца вообще, слегонца. А здесь просто туда-сюда начинаешь двигать вот это вот.
И там сейчас пины совпадут. Вот видишь, она проходит. Вот. Здесь слегонца дави. И туда-сюда, туда-сюда. Сейчас я выдышку принесу, секунду буквально. Парни, идем. Здравствуйте, молодые люди. Инспектор патрульно-постовой службы Петрушкин Василий. И что он увидел, да? Мужчина? Да, мама. Добрый вечер, так. Здравствуйте, молодые люди. Инспектор патрульно-постовой службы Мурахновик Иванович. Добрый вечер, люди. Инспектор патрульно-постовой службы, младший лейтенант полиции Мурахно. Да, вы чем здесь занимаетесь? Что мы здесь делаем? Открываем машину. Какую машину? Ключи вы поставили. Ключи остались внутри, машина сама закрылась. Можете? Получка или бухгалтерия. Здравствуйте, человек. Инспектор патрульно-постовой службы Мурахно Виктор Иванович. Что здесь делаете? Скрывай машину. В смысле, скрываете машину? Сразу сознались? Конечно. Так, инструмент смотри при себе, так давай. Это вы что здесь делаете? Попросила девушка открыть машину, вон ключ лежит. Какая девушка? В ресторане сейчас. Так это что у вас в руках? Это Яна. Это не мое гражданство. Это профессиональная отмычка. Патрульный полицейский, дай, повесь, пожалуйста, трубочку. Все. Документики можно посмотреть ваши, пожалуйста, и на машину? Где у вас? Здание. Машина это ваша? Кооператив проходит, карлайнерский. Машина ваша? Машина нет, сейчас человек. А чья машина? Хозяйки здесь на столе, пожалуйста. А это что у вас такое? А где хозяин? А? Где владелец? Так, это в руках держите, пожалуйста, ладно? Так, давай машинку, наверное, вызывать, сейчас разберемся. У нас как раз тут угоны участились в этом районе. Ключи находятся в машине, вы это видите? Да это все так говорят. Какой ключи находится в машине? Вот, что ключ? Ключ мазовский находится в машине. Мы занимаемся... Сейчас мы всем разберемся, чем вы здесь занимаетесь. Да, как вас зовут? Да? Документы есть на автомобиле? Документы на автомобиле есть? Документы там, ключ там. Так, да, давай, надевай наручники ему. Здесь наручники. Вот, это документики, можно ваши посмотреть и документы на машину? Позови, пожалуйста, Яна. Не-не-не. Подождите, вы сейчас никуда уходить не будете. Давайте мы разберемся. Что за девушка? Где девушка? Организатор конкурса «Мастер золотые руки». Старлайн организовывает. Она оставила вас машину искать. Что, вы издеваетесь? Нет, нет. Сейчас. Так, это ваши документы можно посмотреть? Документов нету, они в отеле. Что у вас было? Чем скрывали? Вот. Профессионально. Это на месте. Стоим. Так, наручник. Стоим. Так. Да погодь, не одевай, стоит нормально. Не, мы никуда не уходим, ребят. Вон они, нет. Так, Володь, давай. Яна. Машинку Володь, давай вызывай. Не надо, пожалуйста. Так, вы чем здесь занимаетесь? Мы занимаемся системой охраны и безопасности. Так, ваш автомобиль? Нету, девушка. Что у вас в руках? Какой девушки? С вами не здороваюсь. Какой девушки? Девушка, знакомая. Какая девушка? Какая охрана с ней? Документы. Так, документы можно вам посмотреть, документы на машину. Вы вместе все? Ваши документы. Позвольте, пока телефон уберите, уважаемый, пока сами сотрудник раздавите, потом позвоните. У вас будет телефон разговор в течение 3 часов. Покажите, что у вас в руках, покажите. Уважаемый, покажите, пожалуйста. Нормально. У вас так, лёд здесь намазан? Так, давай наручники, но не делай. Сейчас машинку вызовем, сейчас разберемся. Так. Что, уважаемая? Все можно, смотрите. Хорошо, мы постараемся вашу машину не трогать. Алло, Володь. Южная дорога, 15. Машинку можно сюда? Уважаемая, далеко не отходите, пожалуйста, подойдите сюда. Уважаемая. Здесь у нас, кажется, угон. Так, стоим, ждем машинку сейчас. Сейчас машина приедет. Всех все доставим в отдел. И там уже будем разбираться. У нас как раз угоны участились в этом районе. Одна бригада работает, да? Так, что вы здесь делали? Я здесь не находился. Это ваша? Это вообще не мое. Вы только что от этой машины отошли? Я тут даже не находился.
Как это, у вас документы есть с собой? Есть. Так, во-первых, я тут из другого города, поэтому документы... С какого вы города? Коль еще режешь, еще ничего с собой нету? Нет, только телефон у меня в кармане, больше ничего нет. То есть вот это не ваше, да? Это не мое. А чье это? Машина нет? Машина не наша. А отмычка не ваша, да? Отмычка не наша. Профессиональная, смотри. Отлично. Вовремя мы здесь нарисовались. Пустой, статью. Ну все, давай, забирай. Гражданин, напоминаю, что согласно 51 статье Конституции, вы имеете право не сидеть против самого вас, то есть можете не наговаривать ничего лишнего. О. Также на основе федерального закона вам будет предоставлена юридическая помощь, врачебная, если надо, переводчик, если вам нужно. До какого города? Давай с Мариинского переводчика. Вот. Не знаю, Хорошо, чувство юмора. Могла мы что? Сейчас разберемся. Судимости приводы есть? Ну, как за это посчитается? Что случилось? Тебя задержали? Нифига себе, ты машину угонял, что ли? Знакомые? Все, я тебя поздравляю. У нас видеоролик, спасибо тебе огромное. А где же, снимали где-то? Да? Вот камера, там камера, там камера. Вокруг одни камеры. Вот камера тебя еще снимала. Ребят, не поедем. Да ладно, а блин, а что такое? Здравствуйте. Привет. Алиса, Серега Купол. А вы владелец? Что случилось? Короче, это шутка, ребят, это пранк. Такой товарищ, я. Вот. Это на самом деле пранк, это для репортажа, сейчас фотографируемся на память. Ян, все, вот девушка, вот хозяйка. Какая хозяйка? Ребят, все, это шутка, на самом деле это пранк. Это пранк? Давай, все, ребят. Все. Так а мы, я как бы не это самое. Снимаем, да? Вообще без вопросов. Слушай, блин. Вон, обратная вода. Все, парни, это на самом деле шутка, это запись. Поэтому, парни, все, спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Не переживайте, все нормально, это шутка, это мы снимаем ролик. Ребят, давайте как бы договорились сразу с патрульной постановкой. Скажи просто, если вот с нас такими вот бэджиками, ребята, то мы просто не занимаемся узгоном. Да, мы в безопасности. Мы занимаемся наоборот, молочага. Все, слушай, как видим, наш розыгрыш поверг многих участников в шок. Однако в этой ситуации лучшим выходом было бы не нарушать закон, а порекомендовать девушке съездить домой за вторым комплектом ключей. Если вы решили оказать помощь, то не забывайте о правовых нормах. С вами были эксперты угона нет. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал.